Здорово, жопотрясы. Есть кто живой? Поговорите со мной, блять, я все еще болею. Сука, ненавижу зиму, ненавижу вирусы. Ненавижу все это говно. Хочу в Майами. Кто там, блять, обещался взять меня уборщицей, блять? Я уже выезжаю. Такие вот, сука, дела. Отвратительно. Спасибо. Я тоже очень хочу выздороветь. Короче, я начал пить антибиотики, потому что я вчера был последний день, блядь, моего и без того большого терпения. Я подумал, что если до ночи мне нормально лучше не станет, то я, блядь, начну пить антибиотики. Я держался 3 дня, терпел, блядь. Все без толку. Ни лучше, ни хуже, блядь. Валерону слава, все правильно. Спасибо. Все то же самое, блядь. Все тот же, сука, кашель, блядь, дерущий, который меня достал просто, блядь, как туберкулезник, блядь, хожу, кашляю постоянно. Ну вот, в итоге я пропустил 2 тренировки уже, а это меня просто, блядь, вымораживает, потому что в зал хочется пиздец, я же жру, я же продолжаю, блядь, жрать, еще и инсулин ставлю, врубайтесь, меня тут за эти 3 дня надуло, блядь, как, не знаю, как шарик. Ну вот, ципрофлоксация норм. Ну, так, короче, я, в общем, начал амоксиклав, выпил ночью, в 6 утра, точнее, в 6 утра выпил таблетку амоксиклава, ну, вот, сейчас получше стало вроде. Короче, блядь, завтра пойду тренироваться, сука. Вообще насрать. Пойду завтра тренироваться и все. Заебало. Я так хотел качнуть плечи прям. Я поставил пропионат еще себе в трицулечку. Вообще пиздатенько так. Хотел вчера еще пропионат в другую трицулечку и на тренировку. А вот хуй. Куда тебе перевернуть телефон? Что там видеть, блядь? Мое бородатое лицо. Я заебался болеть. Ты прав. Вот это так и есть. Вообще, блядь, иммунитет, конечно, подводит, если честно. Потом выгоняй болезнь свою. Да знать бы, куда ее выгнать, блядь, так, чтобы она не возвращалась. Не, Саня, сегодня, блядь, отбой, завтрашнего дня я начинаю. Но я говорю, мне сейчас получше уже, видите, даже голос так чуть-чуть по... не такой севший, как вчера. Ну вот, но, блядь, сегодня все равно еще не пойду, рисковать не буду, потому что в Алексеево еще... Спасибо. Потому что в Алексеево еще этот, сука, нету, ничего не обогревается, блядь, там холодно, как хуй знает, блядь, как в Якутии. И это не грипп, у меня бронхит. Ну вот, короче, поэтому, да, сегодня я еще пропущу. Саня, ты лучше скажи, твой понос-то прошел? Потом. А, потом из себя выгонять. Да я и так, вон, видишь, под одеялом лежу. Потею. Да нет, на самом деле, нихуя не потею, дома тоже холодно. Блядь, шутки про то, что это из-за протеина, конечно, очень смешные. Просто, блядь, хочется, блядь, обоссаться от смеха. Хотите, я вам Шон Рэя покажу? Это Шон Рэй. Это, блядь, этому плакату лет больше, чем некоторым из вас, наверное. Спасибо, Алена. Я стараюсь. Нихуя не слышно, почти. Почти. Но еще не чистил, блин. Я пока что все бронхи пытаюсь почистить, а не телефон. От пюра, конечно, от пюра, блядь. От пюра, блин, у меня контракт. А болезнь у меня хуй знает от кого. Креатин полез. Слава яйцам прошел по нос, Саня. Ну вот, видишь, блядь, все хорошо, когда хорошо. Сколько килограмм? Блядь, да я не слил, я наоборот набрал. Ебать, я же говорю, это нормальные люди, блядь, жрут, когда болеют. А ЦЦ надо? Не, Алена, а ЦЦ говно, на самом деле. Я не, там у меня травяные всякие штуки. Они нормально работают. Доктор Тайс фирма называется. Там мята, блядь, какая-то, листья подорожника. Иммунитет начинается с кишечника. Да, тут ты прав. И бифидобактерин, конечно же, я пью, потому что я начал пить антибиотики. Логично, что флору нужно держать, поэтому я уже пью их. Да, инс охуенный, Саня, ты прав. Я тебя вообще уже очень, блядь, многому научил полезному. Со мной ты перейдешь в следующую категорию. Сколько углей в день у тебя сейчас? Так же, как и было. Ничего не поменялось. Жру целый день. Сука, ты там смотри, Саня, только не превратись в кусок жира, блядь, в один. Это тоже тебе, знаешь, кажется, что вес набирается, и все заебись. Но ты складку-то защипывай периодически в зеркало, смотри. Потому что если ты совсем опухнешь, это уже, блядь, у тебя не мышцы растут. Это, блядь, вода и жир, это не нужно. От антибиотиков аппетит пропал. Ну, это вероятно, такое возможно, конечно. Ну, блядь, некоторые жрут через силу. Некоторые. Перехожу. А как ты болеешь и ешь дофига? Молча, блядь, болею и ем.
Саня Жиробилдер. Не, ну пока что не Жиробилдер, но он стремится, походу, к этому. Чтобы второй подбородок не появился у Саши. Ну, блядь, там есть вероятность, что и третий может появиться. Привет, поправляйся, Ренат. Саня без тебя не хочет тренить. Бля, это очень приятно. Оберег надо. Ну, блин, Алена, подари мне оберег какой-нибудь. Я даже разрешу тебе повесить его мне на шею. Давай остановимся, надеемся, выйдешь в про. Выйду обязательно. Кого я нашел? А кого ты нашел? Потянул икроножную, бля, да ничего не делай. Просто не давай на нее нагрузки. Сама пройдет. Складку каждый день защипываю. Морковку хавай. Что-то морковки нету. Привет из Краснодара. Здорово, Краснодар. Привет из кровати в Питере, блядь. Я что, опять тут одна девочка? Алена, не комплексуй. Просто все другие девочки сегодня чем-то другим занимаются. Они еще придут. Ренат вломил. Мне уже неудобно. Слушай, ты столько пишешь, что тебе не похоже, что тебе неудобно. Такое ощущение, что ты вполне комфортно себя чувствуешь. Бля, моя бицулечка, трицулечка, видали? Ну опять с твоими тайскими каникулами. Да я устал уже от этих вопросов. Вы лучше скажите, как вам моя трицулечка? Смотрите. Здоровья тебе не болей, спасибо. Давайте лайками поднажмем за Валеру. Поднажмите за Валеру лайками. Что вам, жалко, что ли? Здорово, ёпта, здорово. Почему проб именно в трицепс? Потому что все остальное, блядь, заколото и болит. Бицулю напряги. Шикарно, норм. Побриться не собираешься, блядь. Я брился день назад. Охуенно, трицак не очень. Ну ты вообще, конечно, просто, блядь, Александр меня обидел сейчас. Вот вам бицуля. Давайте, как вам бицуля. Чего молчите? Кто там говорил, что я слил? Норм, бицуля. Она не норм, она охуенно. Лайки за бицулю. Не, Алена, лучше оближи ее мне. Потом, когда я выздоровлю. Нормальный. Нахуй тебе эти лайки. Люблю лайки, потому что у меня лайковая зависимость. Это помогает мне выздоравливать. Бля, поперло-то, поперло. Сколько сердечек вообще. Сегодня прям вы меня давайте лечите лайками. Давайте пожелаем Валере здоровья. Мысли материализуются, и он выздоровеет. Давайте. Алена, ну что, оближешь? Ты не плачь так. Такие, блядь, слезы. Мне нравится этот смайлик, он прикольный. Бицух решает, блядь, согласен. Я вам еще ноги не показывал. Алена сиськи когда покажет? Когда я ноги покажу, наверное, под одеялом. Ой, не могу. Когда YouTube обновишь? Я уже говорил. Читаешь 6 тысяч человек? Да, слушайте, очень интересно. Обожаю просто, блядь. Такой я внимательный. За каждым слежу. Когда опять в Оренбург? Когда предложат? Слышно плохо постоянно. Я вам говорил, купите мне 6 iPhone, вам будет охуенно, блядь, слышно. Спасибо, Валера, так. Это лоб напрячь, смотри. Ну, что еще? Чайку сладкого с бутербродами и фильм включи, очень лампово. Ну, я, в принципе, так делаю иногда, конечно. Вот, лоб, да, конечно, качаю. Бутерброды только не особо. Я сейчас опять куриный грудок наебенился с рисом, мне нормально. Чаек как раз попил, пирожочек съел. Нахуй бицуху облизай. Измена – это не облизывание бицухи. Облизывать бицуху можно. Ты знаете, как в фильме, когда, короче, три пацана поехали, называется «Поездочка», по-моему, или что-то такое, и начали обсуждать, что есть измена, а что нет измена, короче. И вот один такой говорит, мне, говорит, девушка одна сделала, говорит, минет. Вот. Но это, говорит, не измена. Я считаю, что это не измена. Секса не было. Это что значит не измена? И двое других такие, ну да, да, не измена. Второй такой говорит, ну а ко мне пытался прижаться какой-то парень. Но он мне совершенно не понравился. Это же не измена. Такие, все, не, конечно, это не измена. И третий такой, ботан, короче, сидит. Ботан такой на них смотрит. А я как-то себе член намазал сливочным маслом. И моя собака мне его облизала. Ну, это же не измена, правда? Они так на него посмотрели, блин, такие... Ну вот. Так что облизать бицулю, ребята, это не измена. Алена, все нормально, можешь облизывать.
просто невер полезная вещь, да, хорошая травка почечки прочищает. Я этого не слышал. Не следишь за это, слышал это все. Не следишь за гликемическим индексом. Постоянно слежу. Что ты? Как можно жить, не следя за гликемическим индексом? Маслом намажешь. Ну, для Алены намажу маслом. В чем проблема? Могу даже каким-нибудь дорогим Валио намазать. А, все, пиздец, Валио уже нет в магазинах. Че? Это очень важно. Давайте тыкайте в экран сердечки. Ферменты жру иногда. Тестом намажь. Да, тогда у Алены вырастет борода. Бицепс бедра качаешь вместе с квадрицепсом или отдельно? Я качаю бицепс бедра, так же квадрицепс два раза в неделю. Валь, как сделать куриные грудки мягкими? Слушай, ну... Как тебе объяснить? Есть много рецептов, блядь. Если ты ее просто варишь, то это самый хуевый рецепт из тех, которые ты мог по себе предоставить. Обновиться. Ну и что, что ты замужем, Алена? Подумаешь, тоже мне. Я тоже женат. Ну, точняк, что с теми спонсорами ферментов? Ничего. Денег у них больше нет. Тыкай на мой нос, тыкай. Главное, чтобы сердечки у тебя вылезали, да. На кости бери. Это ты о чем? Я не понял. Борода не растет, а тесто проверено. Ну, у тебя она не растет, а у других она растет. Почему вы не учите русский язык? Скажите мне, пожалуйста, блядь. Неужели вам самим приятно, когда вы безграмотно пишете? Я говорю, блядь, я же говорил про икры, говорю. Ничего не делать. Эластичным бинтом замотай и не нагружай их. Все хачки. Да не обязательно. Знаете, есть хачки, которые пишут грамотнее, блядь, чем не хачки. Тут вы ошибаетесь. Не, блядь, просто, сука, смотришь и стыдно за людей, блядь. Такие пиздец, вообще ошибки в словах. Куда катится, блядь, этот мир? А кавалерия, карьера, кавалерия скачет, кавалерия, охуеть. У нас тут писатели, растишка, проверочное слово, это точно. Приехал с факта, привет, передай Веру. Привет, Веру. Ближайший старт, сколько женщин набирать? Да хуя буду набирать, так было слышно, бля, как сильно от медашки растет силовуха. Да, блядь, что-нибудь может вырастет. Когда ты стал правильно есть, тебе грудка вареная с солью была по кайфу, мне тебя жаль. Какие люди, как дела? А вы кто? Дела хреновые, я болею. Какая фирма пропа? Балкан. Плохо слышно очень. Купи мне 6-й айфон, будет слышно хорошо. Я твой фанат. Ацетат для массы, для силовых лучше подходит. Что ацетат? Какой, блядь, ацетат? Нет, нету тестостерона, ацетата. Учителя русского языка. Правда, что можно кушать все и по чуть-чуть? Алена, ты про шоколадки? Или ты чем пытаешься себя сейчас оправдать? Ты хочешь, чтобы я разрешил тебе жрать шоколадки? По чуть-чуть? Сахар? По чуть-чуть? Печенье? По чуть-чуть? Знаешь, почему тренер говорил? Он хотел, чтобы у тебя просто выросли большие толстые бразильские ягодицы. Ну, он не подумал о том, что у тебя еще вырастут бока. Вермоджи говно. Салам от борцов Оренбурга. Здорово, борцы Оренбурга. С чем боретесь? Хола. Хола, хола. АС на сердце сильно влияет? Нет. Почему нельзя есть конфетки и худеть? Потому что там очень много калорий, сука. Поэтому ты от них не похудеешь, ты от них пожиреешь. Поэтому я ем конфетки. Винстрол соло на сушку. Винстрол соло на сушку. Копи деньги, чтобы он был не соло на сушку у тебя. А еще лучше просто копи их, потому что он сам по себе дорогой. Не могу есть это все, обидно за себя очень. Столько. Так и не надо, Алена. Это лишние траты денег. Если купишь конфеты, передавай их посылками мне. В Алексеево на рецепцию, говорит, для Живухина. Г.
ГР ставишь? Блять, отличный вопрос. ГР, а что такое ГР, блядь? Ставлю ли я ГР? Охуеть. Сердечки такие. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Давай за жизнь, Валера. Обозначьте тему, толкнем. АЭС на зрение влияет. АЭС влияет, блядь, даже на потенцию. И на ее отсутствие. Вот если у тебя нету потенции, начинаешь принимать АЭС, и она появляется. Блядь, это такие тупые вопросы про конфеты, я даже читать не буду. Тестостерон, блядь, менструал, соло, без тестостерона. Давайте, блядь, соревноваться в знаниях. Да, ты это передашь, Саня, конфеты, я знаю, блядь, это обертки от них не передашь. ГР от генетика пробовал? Нет, только протеин от генетика пробовал. Нормальные люди колят себе растан, блядь, у кого есть деньги. У кого нет денег, блядь, ничего не колят. А у кого есть 3 рубля, блядь, покупают себе другой гормон и понимают, что он не работает. И говорят потом, да от ГР смысла нет. Как прот? Это прот как прот, но его в рот. Плохо слышно. Еще один желающий купить мне iPhone 6. Такой пирожок, фунтик называется. Иду плачу, потом птичкам его кормить. Ты дура, что ли, Алена? Фунтика птичкам кормить. Я ел фунтик, вкусный пирожок, блядь. Не делай так больше никогда. Их делают не для того, чтобы птичкам их скармливать. Реально ем пюр или на фидео? Что такое фидео? Лифт 52 для печени чистка. Ну, слабенькая. Сам как фунтик. Блядь, да ты что? Попрошу без намека. Что думаешь о курсе доллара? Я думаю, что он охуенен, просто курс доллара. Пускай еще поднимают. Нам же нужно как-то нефть продавать, блядь. Баррель же стоит, блядь, у нас очень дешево, поэтому курс доллара должен быть высокий. Вы что, сука, не врубаетесь в логику? Если бы у нас курс доллара был низкий при условии того, что нефть стоит очень мало, блядь, у нас бюджет был бы, блядь, не в виде бюджета, а в виде одной большой дырки от бублика. Так все очень просто. Доллар дорогой, нефть дешевая. Нам-то какая разница, правительство нефть продолжает продавать, получает, блядь, за нее доллары. А здесь эти доллары превращаются в огромное количество рублей. Все в порядке, баланс-то находится, блядь, все на том же месте. Только мы в жопе. Но это уже не имеет значения, правильно? Что думаешь о зефире на загрузке? Да хуйня это, блядь. Кому-то нравится, кому-то не нравится зефир этот. Ты жрёшь сладкое после трения? А я ещё и доем. И во время. Думал, шмотки спортивные шить говно будет. У нас нихуя шить не умеют, и ткань дерьмовая. Как слезть с нефтяной иглы, блядь? Меня что-то в правительство не зовут, поэтому я не буду им рассказывать, как это сделать. Что ты знаешь, где в Москве можно достать? Нефть? Или зефир? Я что-то не уловил просто. Смотрю и читаю тебя, потому что ты не тупишь, как многие качки. Блядь, тут ты провалил, но качки тупят просто дичайше, блядь. С ними общаться нахуй невозможно вообще просто, блядь. Один протеин, креатин, блядь, и тестостерон. Где что за аптека? А Москов. В Москов. О, Господи. Если бы, Алена, я сказал тебе свое реальное мнение о том, насколько тупа аудитория, которая покупает спортивное питание, у тебя бы уши в трубочку.